Сейчас я рад переполнять, что год мира созидания, год канун празднования Великого Дня Победы, мы с вами присутствуем на таком прекрасном, добром и красивейшем турнире, мероприятии нашего города. Вы знаете, немного городов сегодня могут похвастаться такими турнирами. А мне очень приятно, что люди, которые приезжают к нам в гости конкретно на этот турнир, могут посмотреть, как живет, чем развивается наш город Вида, оставить хорошее, доброе впечатление. Дорогие друзья, я вас всех поздравляю с уже полюбившимся нашим кричанам мероприятием. Конкурсантам желаю успехов, судьям хорошего настроения, родителям, дедушкам, бабушкам, родным, наших участников. Держите кулачки, чтобы вы все сегодня получили то удовольствие и радость, с которым терпеливостью вы пришли сегодня сюда. Я вас всех поздравляю. Спасибо. С праздником. Спасибо, Сергею Васильевичу, Леониду Жатарбинезову.